мы с Женей как бы решили создать семью, то я понимала, что будет непросто. Потому что кроме того, что мы абсолютно два разных человека, ну, понятно, мужчина и женщина, но у нас одна профессия. Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков считаются одной из самых красивых и счастливых актерских семейных пар российского кинематографа. В этом году исполнилось 25 лет, как они вместе. И в этом же году их ожидало серьезное испытание. 99-й год – один из самых тяжелых за всю Наташину жизнь. Детство, хотя и не было безоблачным, но воспоминания о нем у Наташи самые светлые. Я и сестра, мы всегда... Мы никогда как бы не были брошены. Знаете, как вот бывает? Ребенка рожают, а потом он сам себе предоставлен. У нас такого никогда не было. Мама всегда уделяла нам, в общем, много внимания, занималась с нами, и читала, и рисовала. Поэтому детство у меня было такое... Когда мне Женя начинает рассказывать о своем детстве, я обрёвываюсь так, что слез не хватает. Вот, настолько как бы вот я... У меня была очень хорошая няня. У меня была очень хорошая няня, которая, при том, что у меня отец был коммунист, ну, это понятно, да? Она тихонечко, когда мы ложились спать, она учила меня молиться. Семья Гвоздиковых переезжала с места на место, поскольку отец Наташи был военным. Родилась она на границе Китая, Монголии и СССР. В школу пошла в Белоруссии, а затем переехала в Ленинград, где по сей день живет ее сестра Людмила, актриса, 25 лет отработавшая в театре Аркадия Райкина. А профессию она вам помогла выбрать? Да. Она помогла выбрать, и она со мной ездила на все экзамены. И вообще я поступила в институт очень интересно. Я поступила в институт очень необычно. Можно сказать, по блату. Дело в том, что в театре Аркадия Исааковича Райкина была такая актриса Ольга Николаевна Малоземова. Потрясающий совершенно человек. Женщина. В прямом смысле этого слова, с которой я безумно любила проводить время. И она была очень удивлена, что я школьница, хожу с ней в дом актера, хоть я, в принципе, как бы хотела быть врачом. И так меня тянуло это. И причем врачом-стоматологом я хотела быть. Вот. И я поступала в Щукинское училище. И когда между экзаменами и этюдами было несколько дней, я поехала в Питер к сестре. И когда я приехала, раздался звонок от Ольги Николаевны Малоземовой. А я знала, что в нее был влюблен Сергей Герасимов. И что она познакомила Тамару Федоровну и Сергея Аполлинарича и поженила их. Сама ушла от этого. Потому что Герасимов ей мужчина не нравился. И она мне звонит и говорит, ну, как дела, как там у тебя экзамены? Я говорю, ну, три тура сдала, теперь вот там через 3-4 дня, сейчас уже не помню, я говорю, будут этюды. Она говорит, а ты можешь ко мне в гости приехать? Я говорю, конечно, могу, Ольга Николаевна, я совершенно свободна. Приезжай, только ничему не удивляйся. Ну, хорошо. Я приехала, значит, позвонила, звонок, открывает дверь. Я, конечно, обалдела. Стоит красивая женщина в халатике, в таком голубеньком стекле, с длинными волосами. И я понимаю, что передо мной стоит Тамара Макарова. Ноги у меня вросли не в землю, а вот что там в подъезде, цемент. Вот она сказала, здравствуй, проходи. Я прошла. Ольги Николаевны в это время дома не было, она куда-то вышла. Ну, мы сели, она стала меня вдвоем, больше никого не было. Мы сели, мы стали с ней разговаривать. Она говорит, я была в гостином, я купила себе потрясающие шпильки для волос. В общем, запудрила мне, запудрила мозги.
А потом, говорит, мне Ольга Николаевна сказала, что ты поступаешь в Щукинское училище, а почему ты не пришла поступать к нам? А я говорю, я и не знаю. Вот Щукинское и Щукинское, как-то выбрала Щукинское училище. Она говорит, а ты могла мне что-нибудь прочитать? И в этот момент распахивается дверь, влетает лысый человек, вот с таким носом, с горящими глазами, и за ним, значит, Ольга Николаевна, хозяйка квартиры. Ой, Наташа, познакомься, Сергей Павлович. Тут я вообще, можно сказать, почти умерла. Он так вот, смотря на меня, вот такие глазки, буравчики мне такие, говорит, ну что, учиться у меня хочешь? Я, конечно, очень растерялась, там что-то провякала, не знаю, что я уже там, наверное, сказала все-таки да. Он набирает Москву, как я понимаю, комитет по кинематографии. И говорит, здрасте, это с вами Герасимов Сергей Аполлинович разговаривает там. Да-да-да. Кого-то его подозвали. Он говорит, значит, я набрал курс во ВГИКе, столько-то человек. Мне нужна еще одна единица. Спасибо большое. Профессор Рыбов подошел ко мне и сказал, поздравляю, вы студентка моего курса. У нас было 8 девочек, из 8 девочек 4 Наташи. По алфавиту мы шли так, значит, Наташа Оренбасарова, Наташа Белохвостикова, Наташа Батарчук, Наташа Гвоздикова. И он наш курс потом уже в прессе, в книге своей так и называл, курс 4 Наташ. И мы были настолько, и еще все остальные наши девчонки, мы были настолько все разные, но все мужские курсы, которые были во ВГИКе, все приходили к нам. Все. На курс 4 Наташ приходил и Евгений Жариков. Но с Наташей Гвоздиковой так ни разу и не встретился. Познакомились мы на съемочной площадке. Причем очень не понравились друг другу. Я опоздала на репетицию, хоть я, в принципе, человек очень такой организованный. И я опоздала что-то минут на 20, наверное. Это было сразу после Нового года, это был 73-й год. Вот, и Женя уже сидел в аудитории. Такая независимая уже, думаю, боже мой. Не успела закончить. Еще за плечами там какие-то 2-3 работки такие намечающиеся. Вот. А уже просто как мастер курса. Вот. И началось общение наше вот с такого некоторого антагонизма. Понятно, я его знала. В него была влюблена моя сестра. Вот до смешного. И она водила меня в кино на Жарикова. Но мне это было так все до фонаря, что я в этот момент кокетничала с ребятами, которые сидели со мной рядом в кинотеатре. Вплоть до того, что один раз, я помню, мы колбасу там ели с какими-то мальчишками, а она сидела, затаив дыхание, смотрела «Таинственный монах», где, значит, Жариков играет одну из главных ролей. И она мне говорила, ой, вот если бы моя жизнь меня когда-нибудь столкнула, вот Жариков, я бы его мимо себя не пропустила. Вот просто до смешного, да? Я вхожу, сидит, красивый, элегантно одетый, хорошо причесан, Евгений Жариков, значит, читает сценарий. И так он посмотрел на меня, мол, что не понимаю. Я, мол, уже здесь, корифей, а ты только вот закончила институт, уже что себе позволяешь? Сижу себе нога на ногу, ну, привстал, ну, поздоровался. Вот потом она очень быстро потребовала автомобиль обратно. Я думаю, во, новое это поколение.
мне, так сказать, уже человеку, так сказать, заслуженному, никакого автомобиля не предлагает, а это вот только что вылупилось, и уже, значит, вот автомобиль ей подавай. Я потом режиссера попросила, вы знаете, вы попробуйте меня еще с кем-нибудь. Меня потом пробовали еще с двумя актерами, как и его, впрочем. Пробовали с другими актрисами, но утвердили нас с Нимпой. А что это было за картина? Это была картина, которая была о Москве, о москвичах, по роману Лазаря Карелина «Микрорайон». Где-то месяц нам потребовалось для того, чтобы притереться друг к другу. Чтобы испытать хотя бы какие-то корпоративные чувства. Мы герасимовцы, да, все-таки. Так как по сценарию наши герои любят друг друга, и два главных героя, то есть из кадра в кадр, понятно, что мы на репетиции, мы, естественно, вместе. В пошивочном цехе, потому что тогда еще для нас шили костюмы, мы вместе. В гример мы вместе. И мы как-то стали друг к другу присматриваться, что ли. Вот. И первое, что меня поразило, я помню, меня дико совершенно разболелась голова. Мы снимали вечер. Уже Мосфильм так в дреме такой уже был, уже рабочий день кончился. У меня дико разболелась голова. Просто до, знаете, до рвоты. И он помчался там куда-то, где-то, и принес мне таблетку от головной боли. И потом мои какие-то наблюдения, так, и я подумала, какой добрый этот человек. Однажды она так отдыхала, что-то устали мы, квартира, обстановка, значит, на диванчик так вот прилегла, так вот, примерно, как я в кресле, да. Я склонился над ней, так, и она прямо к губам, ну, вот, вот такое расстояние. Да? Я открываю глаза, значит, Жариков наклонился ко мне, он, видно, хотел меня поцеловать. Но я раскрыла глаза, и он так вот отпрянул. Она мне нравилась. У меня были даже какие-то там интрижки на картине, мы год снимали ее почти. Вот, как бы попутно, параллельно. Но она была главной, к которой я присматривался. И в этот момент, вернее, когда мы заканчивали эту картину, к нам приехал ассистент из Киева, ассистент по актерам. И приехала она конкретно к Жарикову, чтобы пригласить его на пробы. Фильм «Комиссар милиции рассказывает», который впоследствии стал рожденной революцией. И она увидела меня с ним на съемочной площадке. А мы снимали, доснимали какие-то кусочки. И она говорит, а кто это? Вот это, говорит, Наташа Гвоздикова. А что она, чего она, откуда она? Говорит, Жень, почитай сценарий и как бы прикинь на нее. А Жень прочитал сценарий, и, как он мне уже потом рассказывал, он сказал, что это абсолютно ее роль. Это, говорит, ее роль. И тогда они, значит, приглашают нас вместе приехать попробоваться на две главные роли. И когда мы вот были на пробе, мы жили в разных гостиницах, Женя пошел меня провожать в гостиницу. Мы были вдвоем, шел снег, вот такими крупными хлопьями медленно падал. Значит, это был в Киеве. Вот тут я и сдался. Он встал на колени и очень долго, как мне показалось, объяснялся мне в любви. Люди проходили. То есть мы не обращали на них, конечно, внимания никакого. И я пришла в гостиницу и позвонила своей сестре. На что она сказала,
он от нас не ушел. Он был женат, я была замужем. И долго уже? Нет, я 4 года, ну, я не знаю, насколько это как бы долго или недолго, а он 12 лет. Единственное, что ни у него, ни у меня не было детей, поэтому как бы, что даже вот сейчас мы как-то так с ним разговариваем, я говорю, Женя, вот скажи честно, если бы у тебя были дети, ребенок был, ты бы ушел из семьи? И вы знаете, он честно говорит, он говорит, Наташа, наверное, нет. Я не ушел бы. И вот как в жизни бывает. 13 июня 1974 года я похоронила отца. А на следующий день Женя приехал и вошел в мою семью. Я тогда не думала об этом. Но и моя мама, и моя сестра, которая была семья, и я нуждались в Жене. Мы нуждались в мужчине, который нас обуютит, который обогреет, поможет справиться с этой бедой. И Женя это делал, ну, очень тактично. Фильм «Рожденная революцией» на несколько десятков лет сделал невероятно популярными и любимыми Наталью Гвоздикову и Евгения Жарикова. У них родился сын Федор. Но любовь этих красивых людей, как это обычно бывает, у одних вызывала восхищение, у других – раздражение. Я понимала, что нравится женщинам. Вот поэтому здесь как бы неспокойно до сих пор. Потому что даже бывало в раздражении, мне мои коллеги говорили, ну вот Гвоздикова, вот ты, ну вот, ты себе не представляешь, как ты мешаешь. Был один момент, как бы я почувствовала, не то что почувствовала, но у меня появилось какое-то, что у него кто-то есть. Вот это было один раз в нашей жизни. Может быть, это было много раз, я не знаю. Mm-hmm. Спасибо ему за то, что он, как бы, если это и было, то не делал мне больно, скажем так, да? А тут я, Федя еще был достаточно маленький, и я думала, что, наверное, нам придется расстаться. Кроме Наташи, я вообще никого не люблю. Все, а, ну, конечно, кокетство какое-то, ну, было во всяком, mm-hmm. у всех людей. Я наверняка думаю, что и у Наташи были какие-то такие... Не романы, нет, романы я тут же узнал. Значит, и у меня не было никаких таких романов, таких молодых, чтобы вот, там, я ухаживал. Нет. Обстоятельства иногда, там, какие-то кокетства. Ну, без этого, а что, это скучно. Если вот всю жизнь, так сказать, быть просто, ну, тогда святой. Святых среди нас нет. Но вот главное условие – не уронить честь и достоинство семьи. После фильма «Рожденная революцией» семейный дуэт Гвоздикову и Жарикова полюбили не только зрители, но и режиссеры. Вы себе не представляете, сколько мы с Женей, от какого количества работ мы отказались с ним, от мужа и жены в кино. И просто я говорю, слушай, я говорю, получается замкнутый круг, мы с тобой в жизни муж и жена, еще на съемочной площадке. Я очень боялась за себя, в каком плане, что я начну ревновать, если Женя, а я понимала, что он мужчина. Понимаете, раскрываешь сценарий, 2-3 женских роли. Понятно, что 25-летней я на всю жизнь не останусь. Что я с каждым годом буду роли терять все больше, ролей все больше и больше. И у меня были какие-то такие моменты, когда я себя заталкивала опять в бочку.
Понимаете, то есть я справилась с этим. Сейчас я, когда я не снимаюсь, а Женя снимается, я радуюсь. Но это было не всегда так. Наташа с головой погрузилась в дела мужа. Евгений Жариков снимается до сих пор и последние 10 лет возглавляют гильдию киноактеров. Съемки, гастроли, фестивали и другие заботы в определенной степени отвлекли и заставили забыть Евгения Жарикова о тяжелой травме, которую он перенес лет 30 назад, в начале своей актерской карьеры, упав с лошади на съемках одного из фильмов. Тогда он серьезно повредил оба тазобедренных сустава. Все эти годы Евгений Жариков периодически испытывал дискомфорт при ходьбе, и Наташа в буквальном смысле слова тащила его к врачам. Но надо знать Жарикова. «Я в порядке», — категорично заявлял он. А между тем, превозмогая боль, в последние годы он стал все чаще уединяться в свою комнату, а иногда и срываться на близких. Жариков понимал, что предстоящие две операции на ноги на долгие годы выведут его из строя, а он единственный добытчик в доме. В течение двух последних лет Наташа стала замечать, как украдкой ее муж каждое утро пьет обезболивающие таблетки. С каждым месяцем их количество увеличивалось и увеличивалось. Когда уже все традиционные и нетрадиционные способы лечения были испробованы, рискуя нарваться на ярость Жарикова, Наташа настояла на очередном консилиуме врачей. Ему врачи просто сказали: «Женя, если мы не вмешаемся и не сделаем вам операцию, две операции, то вы просто будете лежачей больной». Вот, поэтому лучше, знаете, в таких случаях, когда что-то происходит с тобой. Ой, только не реветь. В день операции Наташа с сыном не отходили от телефона. И только к вечеру раздался долгожданный звонок. «Привет», — сказал Жариков глухим, грудным голосом. «Позвони, пожалуйста, медсестрам и попроси, чтобы они принесли мне одежду. Я на дискотеку собрался». От волнения Наташа не могла сказать ни слова. Она очень переживала. Я их успокаивал. Не они меня. Они меня должны были успокаивать. Там, не волнуйся. Я их успокаивал. Я говорю: «Да все будет хорошо». Что? Оптимистических ноток у меня много меньше, чем у Жени. И я ему очень благодарна за то, что вот в теперешний момент, в один из, в общем, моментов, это испытание и для него, и для меня, и для нашей жизни, он ведет себя, конечно, очень благородно. Просто молодец. И я понимаю, что он думает обо мне. Конечно, мы ничего не загадывали, и я даже не думала о том, насколько мы с Женей соединяем свою жизнь. Я не загадывала, я вообще не очень люблю загадывать. Я не думала, что сколько это будет, 10 лет, 15 лет, 20 лет, 30 лет, 40 лет, и то, что вот в этом году исполняется 25 лет, сказала бы, 25 лет, кошмар, нашей совместной жизни. Ну, конечно, то, что Женя, он мудрый человек. Он никогда, понимая, что я женщина, что если меня как бы вот в клетку посадить и держать в этой клетке, то я долго в этой клетке не выдержу. Я благодарна ему за это, потому что я не чувствую себя его собственностью. Стоп! Модуляция давайте. Поехали.